Приветствуем, друзья! Недавно мы вам рассказывали о лучших исполнителях по версии портала Beatport. А сейчас начнем ролик о еще одном не менее интересном топе по версии портала 1001 Tracklist. Поехали! Отчет 1001 Tracklist включает в себя информацию о трек-листах и пользователях, которые стоят за музыкой, яркими моментами и трендами. 2021 год стал рекордным для 1001 Tracklist. За год было добавлено более 69 тысяч плейлистов, примерно 200 плейлистов в сутки, что на 30% больше, чем в 2020. Более 111 тысяч треков были добавлены в базу данных сайта, а также более 6,8 миллионов пользователей по всему миру посетили сайт 62,5 миллионов раз. Самые популярные жанры в EDM. Teach House стал самым популярным жанром среди всех представленных на сайте – 22%. Следом в рейтинге наиболее популярных жанров расположились Dance – 18%, House – 15%, Trance – 9% и Main Stage Electro House – 8%. Наименее популярным жанром стал Progressive House – 4%. Самые популярные и прослушиваемые треки. Трек «Do It To It» от Acrace очень быстро обрел популярность и стал номером один во многих топах. Топ 1001 Tracklist не исключение. Идеальный баланс коммерческого и андеграундного звучания завоевал сердца многих слушателей. Это первый большой хит в дискографии молодого американского музыканта. Значит, ждем в этом году продолжения. На втором месте расположился трек «Set You Free» от Gas. Это ремикс на прекрасный танцевальный трек 1995 года, спродюсированный американцами Хуаном Лопесом и исполнительницей вокала Келли Уоррен. А проект Газ — это два талантливых музыканта из Нидерландов. Их зовут Фрик Гейс и Ваутер Саймонс. Это также для них один из первых больших хитов. Замыкает тройку лидеров ремикс на трек Love Tonight от Vintage Culture и Кика Франка, который звучал из каждого утюга. Рейтинг самых прослушиваемых треков несколько отличается от предыдущего топа. На первом месте расположился ремикс от Vintage Culture на трек Love Tonight. Следом за ним располагаются треки Groove La Africa и Do It To It. Самые популярные плейлисты сетов и радиошоу. Если говорить о сетах, здесь все достаточно очевидно. Дебютный эпизод радиошоу Symphony Radio от Timmy Trumpet занял лидирующее место в топе. Marshmallow занял второе место со своим живым выступлением на Lollapalooza в Чикаго. Этот сет стал самым просматриваемым среди всех живых выступлений. Также в топе присутствуют сеты от Martin Garrix, Salamun, W&W, Armin Van Buuren и Ruben Deronde. Самые популярные лейблы. Spinning Records третий раз подряд становится лучшим лейблом. Следом за ним расположились Armada Music, Musical Freedom и STMPD. 2021 год стал хорошим для транс-музыки, поэтому в топе присутствуют сразу два лейбла – Armin Van Buuren, Estate of Trance и Armind Recording. Для Revealed прошедший год также стал достаточно успешным с учетом смены звучания. Кроме того, в топ-10 вошли Hexagon, Tool Room и Anjuna Beats. Ну вот, дорогие друзья, мы рассказали еще немного интересного из мира электронной музыки. Если вам понравился ролик, ждем ваших лайков, а также можете подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всем хорошего звука!